Как вы думаете, какие опасные действия бывают совершают школьники на дороге? Перебегают через дороги, переходят дорогу по диагонали, выходят из-за припаркованных автомобилей. Перекресток на пересечении улиц Кирова и Еремеева выбрали для патрулирования не случайно. Движение здесь практически всегда интенсивное и не регулируется светофором. Переходить дорогу в этом месте приходится ученикам 17 и 30 гимназий. Молодой человек, снимайте наушники, они отвлекают ваше внимание от дороги. Примите, пожалуйста, полезную информацию о безопасности дорожного движения. Используете ли вы световозвращающие элементы на верхней одежде? Нету? Так, юидовцы? А, есть, вот. Есть. Этого недостаточно. Давайте мы вам подарим наклейку. Приклейте на боковую поверхность, на верхнюю часть вашей курточки, чтобы водители могли заблаговременно вас увидеть на дороге. Световозвращающие элементы на одежде сегодняшним утром отсутствовали у большинства пешеходов. При этом многие из них переходили дорогу в темной одежде, а значит, были практически незаметны для водителей. Напоминать правила дорожного движения сегодня приходилось не только школьникам, но и людям старшего поколения. С дороги отойдите, пожалуйста, проезжая часть. Я вот туда пройду. Уважаемый пешеход, вы нарушаете правила. За время патрулирования пешеходного перехода юные инспекторы и их родители зафиксировали разные нарушения правил дорожного движения. Они переходят дорогу по диагонали, перебегают, и они смотрят по сторонам. Переходят в наушниках, в капюшонах, перебегают дорогу. Много дарили наклеек, всем подарили, что у нас было. И вот многие люди идут без светоотражателей. За наше сегодняшнее мероприятие мы смогли увидеть, что люди, и взрослые, и дети, они переходят дорогу, не смотря на машины и так далее. Да, водитель будет виноват, конечно, но здоровье-то это не вернет. В Петрозаводской ГИБДД отмечают, количество случаев детского травматизма на дорогах карельской столицы растет. В прошлом году пострадал 31 ребенок-пешеход, еще 21 ребенок пострадал в качестве пассажира. В этом году уже 3 школьника оказались под колесами автомобилей. Инспекторы ГИБДД напоминают о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения, нарушение которых может стоить не только здоровья, но и жизни. Наталья Кузьмина, Владислав Будников, Сампо ТВ 360.